зона отдыха у обелиска, поворот трассы на Ржаницу. Раньше было любимое место отдыха жуковчан. Были столики, столы, чистая вода, места для проведения концов и пикников. Что мы видим сейчас? Все куда-то исчезло, рубленные деревья валяются, пни выкручиванные. И как всегда, наша черта городская, везде помойка. Контейнеров в городе мусорных нет. Вот люди несут мусор в ближайшие лесные массивы. Еще совсем недавно здесь были уютные места для отдыха. Что от них осталось? А ничего. Только переходить здесь опасно, из-за того, что корни торчат, ямы какие-то. Всю территорию изгадили. Теперь тут не то, что отдыхать, пройти опасно. Можно ногу подвернуть или в яму какую-нибудь провалить, или за пень зацепиться. От былой поляны отдыха ничего не осталось. Все исковеркано, раскопано, расковырено. А это было лицо города. Здесь машины въезжали, видели хорошее место для отдыха. А теперь что? От былой поляны ничего не осталось. Одни воспоминания. Естественно, отдыхающих теперь тут и не найдешь особо. Кому охота в таком месте отдыхать? Среди выкрученных пней, ямок и колдобин. Хотя вон еще видно, столики, стулья остались случайно, чудом уцелели, видимо. Да, одно место отдыха еще осталось. Три стула, один стол. А больше ничего. И рыбаков даже не, даже рыбаки шли.